Весну 2004 года. Весной 2004 года в мои руки попала книга тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «Украина, не Россия». Название меня удивило. Для нас, поляков, вполне очевидно, что Украина – это Украина, а Россия – это Россия. Однако я прочитал книгу, она заставила меня задуматься. Вот хорошо бы проследить историю становления нации, сделать об этом фильм. Я углубился в литературу. Пригласил к сотрудничеству известных историков. Отправился в захватывающее путешествие сквозь столетия. Бесспорно, из каждого путешествия каждый его участник привозит собственное впечатление. Я хочу поделиться своими. 24 августа 1991 года парламент УССР провозгласил независимость Украины. В географическом центре Европы появилось новое государство, по площади равное Германии и Великобритании вместе взятым, с населением почти 50 миллионов человек. 1 декабря 1991 года состоялся референдум. Свыше 90% высказались за независимость Украины. Прилетели мы в Украину накануне 13-й годовщины обретения независимости. Я хотел узнать, если бы референдум по вопросу независимости провели сегодня, то был бы ответ столь же однозначным. Мы начали с Киева. Якщо б сьогодні відбувався референдум за незалежність України, якою була б ваша відповідь? Подія, яка трапилася 13 років тому, була одною з вагомих подій, тому що Україна завжди перебувала в якомусь такому гніті, особливо це після Переяславської ради в 1654 році, коли Богдан Хмельницький підписав угоду з Росією. Після того, мені здається, це була найбільша помилка в історії. Проголосував би проти, тому що по розказам старших, коли був Совєтський Союз, то було краще жилось. Тільки за незалежність, за незалежну Україну. Так, як і тоді, за. Да. А ця майка, що вона означає? Це такий стиль такий. Я проти незалежності України. Чому краще був би соціаліст? При радянській владі то мені було краще, бо я брала зарплату, а зараз беру тільки пенсію. Ну, все ж таки, ви знаєте, як вам сказати, вільніше дихати. Я би голосував за союз з Росією, з Білорусією. А чому? Тому що я по убежденням космополіт, а по ізначальній своїй самоідентифікації я чоловік руської культури. Я горжусь тим, що я дожив свої 80 років до тої хвилини, що я живу в незалежній моїй рідній Україні. За незалежність України. Як подивитися, що діється зараз на Хрещатику, як подумаєте, що це за чудове почуття бути українцем, я вважаю, що голос інакший не може бути. Україна наша. Харків. Залежно чи незалежно? Ну, ви знаєте, я нічого плохого не бачила, коли ми жили всі в місті. Росія, Україна, Білорусі, в принципі. Це як одна нація, будемо говорити. Європа нам не цікавить, Америка там, або Германія, або хто. Ми жили в чужих при Союзі. Якщо є можливість вийти із рабства і стати свободними, то треба користуватися цим. За незалежність України. За незалежність України. За. Я считаю, мы должны поддерживать нашу независимость и всячески выступать за нее. Я не могу ответить на этот вопрос вам. Совсем, потому что я вообще во всем запуталась. Львов. Звичайно, я проголосувала бы за незалежність України. Однозначно за незалежність. За незалежність України. Тільки за незалежність. Не признаю такого слова, вообще не знаю, какого государства Украина. Я все-таки думаю, что есть Киевская Русь. Я старий упівець, так що я тільки за Україну. Тільки європейський вибір. Так всі західні держави зробили це.
тобто подальше від Азії, поближче до Європи. Одеса. Однозначно за незалежність України. Ну, таке слово «незалежність» – це слово, а суті її – ні. Сьогодні ми маємо назву «Незалежність суверенна країна», яка здобулася в незалежності ще в 1991 році і так далі, і тому подібне. Але, в принципі, ми ще не досягли всього того, чого хотілося. Я би проголосував за незалежність не від Росії, а від такого правительства, яке зараз ми маємо. То коли таке буде у нас керівництво, як зараз у нас є, так? І будуть злодії у нашому Верховній Раді, і у президентському оточенні, то у нас вже буде ще й гірше, як зараз буде. Ніхто із нас не мог предвидіти дальніших событий. Степь и водные пути испокон веков определяли судьбу Земли. Уже 5000 лет человек обрабатывал здесь землю и выращивал скот. Эту культуру позже назвали Трипольской. В середине второго тысячелетия до Рождества Христова здесь появились северноиранские племена киммерийцев. Затем создали свою империю скифы, о великой культуре которых свидетельствуют сегодня богатейшие раскопки курганов. После них появились сарматы, дальше орды готов, гуннов и других кочевников. Первые славяне поселились здесь около 2000 лет назад. Днепр. Священная река Украины. Древние греки называли ее Борисфеном. Здесь проходил путь из варягов в греки, то есть из Скандинавии к центру тогдашнего мира Византии. Викинги были не только разбойниками, но и купцами. А Киев, ставший городом около V века, удобно располагался на торговом пути в Византию. В середине IX века варяги заняли его и, постепенно смешиваясь со славянским населением, перенимали его язык и обычаи. Вот так на картах арабской и византийской хроники появилась Русь. Первым историческим князем Киева был Олег из рода Рюриковичей. Это он сказал о Киеве: «Се будет мать городов русских». Олег и его преемники вели беспрестанные битвы с племенами степи, хазарами, печенегами и половцами, но их целью была Византия, источник всех богатств и культуры средневековой Европы. С начала X века, на протяжении почти 150 лет, все русские князья с переменным успехом будут с оружием в руках ходить на Византию. Там они сталкивались с христианством, начавшим проникать на Русь. Княгиня Ольга приняла крещение, но уже при ее буйном сыне Святославе язычество возродилось. Христианство считало язычников грешными варварами. Следовательно, чтобы войти в европейскую семью правителей, нужно было креститься. Это понимал внук Ольги Владимир и ждал удобного случая. Вскоре он наступил. Император Византии Василий II обратился к нему за военной помощью.
Владимир выдвинул условия – брак с сестрой императора. Брак с язычником – никогда, разве что. Крещение состоялось в 988 году в старой греческой колонии в Крыму – Херсонесе. Владимир стал не только христианским правителем, но и членом семьи императора Византии. Никто тогда не мог предположить, что вскоре в церкви произойдет раскол, который разделит Европу. Владимир, кроме жены, привез в Киев реликвии и епископов, строил церкви, перестраивал столицу по образцу Константинополя и укреплял границы государства. История назвала его великим. После смерти Владимира между его сыновьями разгорелась братоубийственная битва за трон. Были убиты двое из них, Борис и Глеб, которые стали первыми святыми мучениками Руси. Если портреты большинства правителей Руси являются плодом воображения художников, то лицо Ярослава воспроизведено на основе его черепа. Князь был похоронен в построенном им храме. Так фасад Святой Софии выглядит сегодня, после реконструкции в 17 веке. Святыня была сооружена по образцу знаменитого кафедрального собора Святой Софии в Константинополе. Святая София Киевская стала резиденцией митрополита. Здесь также короновались все правители Руси. Здесь также создали школу, где переводились на славянский язык греческие книги. Христианство принесло на Русь искусство чтения, которое стало фундаментом культуры и отличало новых христиан от их языческих предков. Ярослава называли «тестем Европы». Одна из его дочерей стала женой короля Норвегии, а затем Дании. Вторая – королевой Венгрии. А третья – Анна – королевой Франции. Созданная Ярославом «Руська правда» стала первым записанным кодексом законов. Она смягчила суровые языческие законы и действовала вплоть до конца 15 века. Ярослав продолжал перестройку Киева. Как записал летописец Титмар, живет там бесчисленное количество люда. Есть более 400 церквей и 8 рынков. Столице надлежало быть достойной христианского правителя могучего государства. Потомки назвали Ярослава мудрым. К концу его княжения границы Киевской Руси простирались от Черного до Балтийского моря и от реки Оки до Карпат. Безопасность границы с Польшей Ярослав обеспечил благодаря браку своей сестры с Казимиром Обновителем, а престиж династии – женитьбой сына на дочери императора Византии Константина Мономаха. Сын от этого союза, Владимир Мономах, был последним выдающимся правителем Руси, а его шапка, по легенде, стала короной правителей Москвы. Умирая в 1054 году, Ярослав разделил государство, наделив своих сыновей наследственными землями. В Киеве, княжеской земле, должен был княжить всегда старейший из рода. Это противоречило идее наследования от отца к сыну и стало причиной внутренней борьбы и удельного раздробления. В это время летописец записал, что где-то далеко к северо-востоку от Киева, среди лесов и болот, самый младший сын Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий, заложил городок и назвал его Москвой. Междуусобная борьба князей длилась более 100 лет, но не она должна была стать самым большим несчастьем Руси. В степях появился неизвестный враг – монголы. В 1223 году на реке Калке союзные силы русских князей были разгромлены. Враг исчез так же неожиданно, как и появился. Но никаких выводов из этого сделано не было. Через 14 лет монголы вернулись. Их предводителем был внук Чингисхана, хан Батый. Наступил конец света. Монголы разрушили Русь. Князья гибли или спасались бегством.
Города сравнивались с землей, а население вырезали или гнали в степь. Процветающие города Руси были стерты во прах, после чего к ним никогда не вернулось прежнее величие. Киев после героической обороны был захвачен в 1240 году. От богатого 50-тысячного города осталось едва 200 домов. Разлагающиеся останки тел лежали среди пепла. Хоронить их было некому. Монголы двинулись на Польшу, Венгрию и Австрию, разбивая войска и сея пожары и ужас. Люди бежали в панике и страхе перед демонами из подземного мира Тартара. Русь оказалась под властью татаро-монголов, Золотой Орды. Уцелевшие после разгрома русские князья должны были в столице хана получать ярлык, удостоверение власти. Кто не подчинялся, погибал. Русь Киевская преставая. Киевская Русь прекратила свое существование. Вместе с падением Киева исчез символический центр, объединявший государство. Источником духовной культуры Руси была Византия. Одновременно в своей социальной и политической структуре она являлась частью европейского мира. Нашествие татаро-монголов прервало сосуществование влияний Востока и Запада на Руси и вызвало замедление ее развития по сравнению с другими частями Европы. Так называемая татаро-монгольская ига будет длиться дольше всего на территориях, расположенных ближе к Золотой Орде, на Северном Востоке. Москва унаследует традиции автократичного правления, а изоляция от Запада закончится лишь во времена Петра I. На юге оккупация будет значительно короче, и западное влияние вернется намного раньше. А Галицко-Волынская Русь, в принципе, никогда этих контактов не утратит. Диаметрально разные судьбы отдельных частей Киевской Руси станут в будущем одной из причин формирования разных наций. Памятники Данилу Галицкому стоят в Галиче, который был столицей княжества, во Владимире-Волынском, присоединившемся к княжеству, и во Львове, который он заложил и назвал в честь своего сына Льва. Эта некогда периферийная область Рюриковичей относительно меньше подвергалась нашествию монголов. Даниле удалось завоевать их доверие и сохранить большую независимость. Он проводил активную политику по отношению к Польше, Венгрии, Литве, Австрии. Вместе с папой Иннокентием IV он пытался создать в Европе антимонгольскую коалицию, даже получил от папы королевскую корону. Хотя эти попытки потерпели фиаско, и хан заставил его разобрать укрепления, Галицко-Волынская Русь продолжала на протяжении почти 100 лет традиции культуры Киевской Руси. А ориентация на Запад закрепилась в сознании жителей этой земли. В первой половине XIV века внутренняя борьба привела к распаду Золотой Орды. Умирает также последний из правителей Галицко-Волынского княжества. Большую часть княжества занимает Польша. Южной частью прежней Руси вместе с Киевом завладели литовцы. Это был необычный захват, поскольку уже не было многих русских князей. Другие же были очень слабы. Место Рюриковичей занимают литовские князья. Они принимают православие, язык и обычаи. В это время Москва начинает присоединять к себе соседние княжества. В 1380 году Дмитрий Донской одержал победу над Ордой на Куликовом поле. В следующем веке возрастет значение Москвы, а Константинополя упадет. Иван III окончательно скинет татаро-монгольское иго и вступит в брак с дочерью последнего императора Византии. В будущем это позволит царям создать миф о Москве Третьем Риме, покровителе и руководящем центре всего православия. Сегодня дворец в Бахчисарае лишь одна из многих туристических изюминок Крыма. Строфы из Корана украшают склепы гиреев, имена которых
вызывали ужас. Под этими вратами высочайшей аудиенции хана терпеливо ждали посольства почти из всей Европы. Крымское ханство образовалось после распада Золотой Орды. Татарские отряды доходили вплоть до Киева, Москвы и Варшавы. Рынки невольников в Бахчисарае, Кафе и Стамбуле, с тех пор, как татары стали вассалами Турции, заполнялись почти ежегодно свежим товаром. Женщины шли в гаремы. А одна из них, прекрасная Роксолана, даже стала любимой женой Сулеймана Пышного. Молодых ребят обращали на янычаров, самую верную гвардию султана. После захвата Константинополя империя османов стала очередным после монголов кошмаром Европы. Крепости на Черном море и ныне напоминают о мощи и роскоши тогдашних султанов. В 1569 году между Польшей и Литвой заключается Люблинская уния. Образуется Речь Посполитая двух народов, а все украинские земли очутились в границах Польши. С тех пор через Польшу на Украину бурным потоком вливаются идеи европейского ренессанса, имевшего победное влияние на ее хозяйственную и интеллектуальную жизнь. Новые города получают самоуправление по магдебургскому праву. Создаются цеха, развиваются ремесла и торговля. Отстраивается после пожара Львов. Профессор Игорь Шевченко сказал об этом. Европа вступила в Украину в польском кунтуше. Однако нужно добавить, что в том же польском кунтуше на Украину пришло иго панщины. Полонизация и растущее влияние католического костела способствуют консолидации и возрождению православия. Во Львове при Успенской церкви создается первое православное братство. Вслед за ним братства возникают в Киеве и других городах. Растут школы и типографии. Используя опыт западноевропейской реформации, братья начинают полемику с католицизмом. Горячим защитником православия становится князь Константин Острожский, напечатавший первый полный текст Библии на церковно-славянском языке. Князь учреждает Академию в Остроге, где обучают семи свободным наукам. Защита православия требовала контакта с противником на понятном ему языке, потому кроме греческого и церковно-славянского преподавали латынь. Хотя православные традиционалисты полагали, что латинские мудрости спасению души не служат, они открыли Украине доступ ко всему культурному наследию тогдашней Европы. В это время растет могущество московского государства. Иван Грозный террором подавляет боярские вольности и провозглашает себя царем. Он подчиняет себе православную церковь, покоряет Казанское ханство и жестоко расправляется с последней демократией – купеческой республикой в Новгороде. Так сегодня выглядит Днепр с острова Хортица. В XVI веке здесь были высокие скалистые пороги, защищавшие от атаки с верхнего течения реки. За порогами князь Дмитрий Вишневецкий Байда – в 1552 году основал Запорожскую сечь – сообщество свободных казаков. На территорию этой военной республики женщины не имели доступа. Во время угрозы или войны обязательной была железная дисциплина. Казацкая рада, совет, избирала власть. Атамана, писаря, есаулов, обозного и судью. А власть держала ответ перед радой, иногда даже головой. Феномен казачества мог появиться только на приграничье
где безлюдные земли тогдашней Речи Посполитой как бы незаметно переходили в территории Крымского ханства. Это было славное дикое поле, ничейная земля. Именно из приграничья украинский историк Иван Лисяк-Рудницкий выводит название «Украина». Со временем, когда общественность признает казаков своими защитниками от наскоков татар и притеснения со стороны польских магнатов, когда возникает казацкое государство и форма казацкого правления распространится на более широкие территории, название «Украина» начнет вытеснять имя «Русь». Слово «казак» в тюркско-татарских языках обозначало «свободный человек», «стражник», «разбойник». Первые группы казаков состояли из людей различных сословий, разной национальности и разных религий. Происхождение не имело значения, учитывались мужество и сила. Крепостные, шляхта, искатели приключений – эти беспокойные души бежали на далекое приграничье подальше от всякой власти. Днепр изобиловал рыбой, а камыши давали укрытие. Оттуда же прямая дорога к Черному морю и дальше в Турцию. На своих легких парусниках-чайках казаки ходили в походы к турецким берегам, откуда привозили богатую добычу. Байда Вишневецкий был повешен в Стамбуле на крюк и перешел в легенду. В степи таилась опасность. Каждой весной через дикое поле выступали татарские отряды. Казаки охраняли степь. Казацкие полки принимали участие во всех войнах Речи Посполитой с татарами, Московией и Турцией. Король Сигизмунд III ввел в Польше контрреформацию. Он признавал только одну церковь – католическую. В 1596 году по инициативе нескольких православных епископов была заключена Берестейская уния. Униаты признали верховенство Рима в вопросах веры и догматов, сохраняя при этом литургию, обряды и обычаи. Православие было тогда основой тождества Украины-Руси. Уния вызвала яростное сопротивление большинства верующих и разделила народ. Униаты отлучили от церкви православных, те, в свою очередь, прокляли униатов как отступников. Парадоксально, что в будущем греко-католическая церковь сыграет важную роль в становлении украинского самосознания. Но не будем опережать события. Словесная полемика, которую вызвала уния, переросла рамки религиозного конфликта. Он приобрел политические и национальные черты с того момента, когда на стороне православия выступил гетман Сагайдачный вместе со всей Запорожской сечью. В начале 17 века казаки уже являли собой мощную боевую силу, способную решать исход сражений. Когда в 1621 году могучая турецко-татарская армия двинулась на Польшу, гетман Петро Конашевич Сагайдачный привел на помощь полякам 40 тысяч казаков. Благодаря этой силе гетман Кароль Хоткевич разгромил турков под Хотином. Казаков назвали самыми верными защитниками отчизны, а гетмана Сагайдачного воспевали по всей Речи Посполитой. В рамках украинского православия сталкивались два течения – византийское и западное. Синтез этих двух течений осуществил митрополит Петр Могила, основавший в 1632 году коллегию типа иезуитских учебных заведений. Коллегия, названная потом Могилянской, позволила православной молодежи получать образование и частично сдержала лавинный процесс смены вероисповедания и полонизации. Ее воспитанники станут интеллектуальной элитой Украины-Руси. К числу выдающихся выпускников принадлежали автор Конституции войска Запорожского Пилип Орлик, философ Григорий Сковорода и множество ученых и гетманов Украины. При гетманщине Ивана Мазепы в академии учились 2000 студентов. Сегодня университет Киево-Могилянская академия
продолжает эти славные традиции. Во времена могилы была унифицирована литургия, восстановлены храмы периода Киевской Руси и укреплен культ местных святых. Осуществлена национализация православия. Сестра могилы, Раина Могилянка, закладывает православные церкви и монастыри. Она прокляла всех, кто отступит от веры предков, но не знала, что это проклятие может упасть на ее сына. Ярема Вишневецкий перейдет в католицизм и станет ярым противником православных казаков. На вершине славы он умирает, а место его захоронения остается неизвестным. Быть может, подействовало проклятие. Милетий Смотрицкий в своем известном треносе оплакивал десятки утраченных для Руси родов, таких как Сангушки, Чарторийские, Пацы, Тышкевичи, Хаткевичи, Заславские, Збаражские, Калиновские, Пацеи. Этот список не имеет конца. Полонизация элит привела к тому, что именно казаки должны были сыграть ту роль, которую в других странах играла шляхта. Казак стал центральной фигурой в национальном сознании украинцев. Казацкие походы вызывали бурную реакцию Стамбула. Варшава применяла репрессии. Сейм Речи Посполитой воспринимал казаков как некий инструмент. В случае войны увеличивали реестр, а во времена мира резко его ограничивали. Человек, однажды познавший волю и привыкший саблей добывать кусок хлеба, не хотел возвращаться к роли крепостного. Прокатились восстания Косинского, Наливайка, Павлюка, Остреницы и других. Восстания жестоко подавлялись, пока на Сечи не появился Хмельницкий. Богдан Хмельницкий был человеком опытным. Он получил образование у иезуитов. Вместе с отцом принимал участие в войнах с Турцией. Отец погиб рядом с гетманом Жалкевским под Цицорой. Богдан 2 года провел в турецкой неволе. Чтобы не повторилась участь предыдущих восстаний, Хмельницкий заключил союз с ханом и получил татарские подкрепления. В апреле 1648 года, когда пришло известие о приближении польских войск, навстречу им выступила казацко-татарская армия. В 3 битвах под Желтыми водами, Корсунем и Пилявцами казаки разгромили поляков. Это вызвало шок у Речи Посполитой и удивление за рубежом. Одна из английских газет писала: «Польша в пыли и крови пала под ноги казаков». Хмельницкий пошел на Львов, взял выкуп и заплатил хану. Остановился он под Замостьем. Вести о победах подняли крепостных. Обе стороны состязались в жестокости. Повстанцы резали ненавистную польскую шляхту, униатских священников и евреев. Были уничтожены почти 300 еврейских общин. Князь Ярема Вишневецкий оставлял после себя леса паль и виселиц. Украина истекла кровью. Хмельницкий заплатил татарам тысячами украинских невольников. Помимо дум, воспевающих гетмана, сохранилась и такая: «Хоть бы тебя, Хмельниченко, первая пуля не миновала, а вторая подстрелила, в самое сердце попала». Киев приветствовал победителя, как приветствовали князей Древней Руси. Его называли Моисеем, спасителем и освободителем народа русского. Митрополит благословил его на войну с ляхами и помазал на защитника православия. Созданное в результате побед казацкое государство под названием Войско Запорожское, а затем Гетьманщина, просуществовало до конца XVIII века. Несмотря на постепенное уменьшение автономии, сам факт ее существования стал в будущем основой для помышления о государстве и нации. Польским послам, привезшим ему гетманскую булаву, он ответил: «Выведу из ляцкой неволи весь люд русский и буду бороться за нашу веру православную».
развернулись новые сражения. Объединенные казацко-татарские силы замкнули поляков в крепости Збараж. Спешившего на помощь короля Яна Казимира казаки окружили под Зборовом. Только измена хана, перекупленного поляками, вынудила Хмельницкого подписать Зборовский договор, который не удовлетворял ни одну из сторон. А татары забрали с Украины такое количество ясыря, что на рынках в Бахчисарае человека можно было купить за горсть табака. В конце июня-начале июля 1651 года на полях под Берестечком разыгралась решающая битва между поляками под предводительством короля и объединенными силами Хмельницкого и хана Ислам-Гирея III. Два дня длилось сражение с переменным успехом. На третий день случайное пушечное ядро попало в окружение хана. Напуганный Ислам-Гирей убежал с поля брани, а за ним все орды. Хмельницкий пытался вернуть хана, но тот похитил его с собой. Армия осталась без вождя. Полковник Иван Багун на протяжении 10 дней героически защищался в лагере и сооружал переправу через болото. Но паника среди крестьян привела к хаосу. Тысячи людей утонули или погибли в битве. Поражение под Берестечком вызвало огромное желание мести с обеих сторон. По словам профессора Натальи Яковенко, именно с этого момента гражданская война превратилась в войну польско-украинскую. Ответом на Берестечко стал разгром поляков под Батагом, но вскоре под Жванцем татары в который раз предали казаков. Безысходность в войне вынудила Хмельницкого искать сильного протектора. Кто им станет? Турция или Москва? В 1954 году весь СССР торжественно праздновал 300-летие Переяславского соглашения – воссоединение Украины с Россией. Миф о Переяславе как кульминации извечного стремления двух братских народов к единству еще со времен Киевской Руси был задуман во времена царя и реанимирован советскими идеологами. Православие стало решающим в выборе между Турцией и Россией. Но уже в самом начале возник конфликт. Хмельницкий затребовал, чтобы московские послы от имени царя Алексея подтвердили присягой казацкие права. Это возмутило послов. В московском царстве подданные приносят присягу своему правителю, а не правитель им. Среди старшины прокатилось недовольство. Она покинула собрание, дошло до бурной дискуссии. Однако пути назад уже не было. Решили подписать. Не все. Полковники Багун, Дорошенко и Серко покинули Переяслав. Оригиналы договоров исчезли. По мнению одних историков, это было объединение с сохранением автономии войска Запорожского. Другие утверждают, что это был временный военный союз. В пользу этого тезиса свидетельствует тот факт, что после общей российско-казацкой кампании против Польши казацкая делегация не была допущена к мирным переговорам. И тогда Хмельницкий нашел новых союзников – Швецию, Бранденбург, Семигородье и литовских протестантских магнатов. Хотя шведские войска заняли почти всю Речь Посполитую, мир с Россией и военная помощь татар и австрийцев – позволили полякам одолеть шведов. Поражение казацких и семигородских войск при наступлении на Польшу разрушило планы Хмельницкого. До раздела Речи Посполитой еще пока не дошло. Изнуренный болезнями гетман умирает в 1657 году. Богдан Хмельницкий, которого одни прославляют, иные проклинают, стал для украинцев символом свободы, без которой не может подняться ни одна нация. Памятник Богдану Хмельницкому воздвиг царь Александр III, не без причины. Потери Польши обернулись приобретением для России. Если в предыдущих войнах благодаря казакам Польша побеждала,
то теперь Россия получает преимущество, завершившееся разделом Польши. Украина стала для России окном в Европу. Казаки помогут России одержать победу над шведами и выйти к Балтийскому морю, а также усилить свои позиции в отношениях с Турцией, ликвидировать Крымское ханство и завладеть побережьем Черного моря. Словом, без Украины Россия не состоялась бы и не была бы империей. Это понимали все последующие правители этой страны. Но снова мы опережаем ход истории. Увидев, чем становится для казаков союз с Москвой, гетман Иван Выговский сделал попытку вернуться в лоно Речи Посполитой на правах равного партнера. Уния была подписана в Гадяче. Предусматривалось образование Речи Посполитой трех народов – Польши, Литвы и Великого княжества Руського. К сожалению, всеми права будущего княжества настолько урезали, что даже самые ярые приверженцы унии с Польшей не могли ее одобрить. Сын Хмельницкого Юрий ничем не напоминал своего отца. Воцарился беспорядок, дошло до междоусобных войн. Левобережье боролось с правобережьем. Гетманы менялись, как в калейдоскопе. На короткое время Украину объединил гетман Дорошенко. Но после него опять пришел хаос. Этот период историки назвали руиной. Россия и Польша разделили Украину. Запорожье и гетманщина оказались под властью Москвы. О Мазепе писали Байрон, Гюго, Пушкин, Шиллер, Словацкий. Одних вдохновляла его бурная молодость при дворе польского короля, других – его борьба за независимость. Он был весьма образованным человеком. После избрания гетманом в 1687 году он занялся внутренними реформами, заботился об образовании, строил и обновлял церкви, монастыри и дворцы. При его меценатстве расцветала украинская барокко. Он завел дружбу с Петром I, завоевал его доверие и расположение, но со времен битвы под Нарвой, где Карл XII разгромил российские войска, он пристально следил за ходом Северной войны и шведскими победами. В них он видел шанс на освобождение Украины. Действовал он в конспирации. Когда войска Карла XII вступили в Украину, большинство казацких полков воевали на стороне россиян в Польше и в Белоруссии. Вместо обещанных 30 тысяч Мазепа привел Карлу лишь несколько тысяч казаков. По приказу разъяренного Петра Меншиков нанес удар по казацкой столице Батурину. Отчаянно защищавшийся город был захвачен на третий день в результате измены. Вырезали все население, не щадя женщин и детей. Батурин сравняли с землей. Трупы защитников пустили по реке для устрашения. Российские войска разрушили сечь, а Петр приказал убивать на месте каждого схваченного запорожца. Армии встретились под Полтавой. Карл XII недооценил Петра, помня о легкой победе под Нарвой. Но Петр с того времени многому научился. Россияне защищались в редутах, кося артиллерийским огнем атакующие ряды шведов, у которых почти не было пушек. Драматизм битвы придавал тот факт, что на стороне Петра сражались 6 казацких полков. Петр с честью относился к шведским пленным, но казаков казнил как изменников. Разгром под Полтавой более чем на 200 лет похоронил шанс на освобождение Украины. Мазепа скрылся в Турции, где вскоре умер. Еще при жизни, по поручению Петра, православная церковь прокляла Мазепу. Его предали анафеме. Oh.
Анафему сняли лишь после падения царского режима. В Украине же Петр начал репрессии и радикально урезал автономию гетманщины. У Ивана Скоропадского не было никакой свободы маневра. Павел Полуботок боролся за казацкие права и умер в казематах Петербурга, а Данила Апостол посвятил себя сохранению остатков автономии. Дочь Петра I Елизавета влюбилась в красивого, сладкоголосого казака и заключила с ним тайный брак. Его брата, Кирилла Разумовского, она одарила имениями и послала на учебу за границу. По возвращении он стал гетманом Украины. Разумовский, однако, воспринял свой титул всерьез и стремился вернуть казачеству реальную автономию. Царица Екатерина II лишила Разумовского титула и ликвидировала гетманщину. Таким был конец казацкого государства, созданного Богданом Хмельницким. Начиная с войн Хмельницкого, во времена руины и репрессий после восстания Мазепы, люди, охваченных военным пожаром земель, скрывались на далеких, незаселенных просторах на Востоке, позже названных Слободской Украиной. Эти люди принесли с собой казацкие традиции и создавали полки и сотни. В конце 18 века их насчитывалось почти миллион. Одновременно с ликвидацией гетманщины Екатерина II ограничила вольности на этих землях и превратила их в рядовую губернию империи. В победных войнах России с Турцией принимали участие тысячи казаков. Когда Крымское ханство переживало свои последние дни, запорожцы оказались лишними, а участь Сечи была предрешена. Российские войска вступили на Запорожье. Части казаков удалось бежать за Дунай, где они продолжали традиции Сечи. Через 223 года прекратило существование свободное сообщество казаков – Запорожская Сечь. Последний кошевой атаман Петр Калнышевский был вывезен на Белое море. Он станет первым, но не последним сыном Украины, сосланным на Соловки, которые во времена СССР обретут зловещую славу.